Пожалуй, самый известный форум в Сибири – «Алтай. Территория развития». Сегодня второй день работы. Уже который год именно АТР открывает летнюю форумную кампанию в нашей стране. Фактически форум превратился и вырос от палаточного городка на берегу Катуни до таких вот комфортных условий, при которых мы сейчас общаемся, получаем новые знания. За 15 лет форум действительно вырос. Сегодня АТР – это 66 регионов, 9 стран, более 500 участников от 18 до 35 лет. Все они приехали за опытом, инструментами, поддержкой. Некоторые АТРовцы прошлых лет возвращаются сюда уже в качестве экспертов. Поскольку основным организатором форума выступает правительство Алтайского края, вполне логично, что одна из главных задач АТР – побудить талантливую молодежь реализовывать себя именно на Алтае. Поддерживать инициативы будут грантами. В 2022 году у нас по линии Росмолодежи было 19 победителей, которые получили гранты на общую сумму около 10 миллионов рублей. И думаю, что и в этом году все сложится точно так же интересно, успешно и результативно. На форуме 8 образовательных площадок «Мой бизнес», «Госстарт», «Медиадвиж», «Я профи» и не только. Участники будут развивать кадровый потенциал, молодежное предпринимательство, социальные проекты. А ключевая тема АТР в этом году – наставничество. Являясь самым молодым руководителем, это сложно. У меня на участке работают и люди пенсионного возраста, и молодые. Мне нужно как-то с ними научиться работать. Многие здесь на этапе старта, то есть они либо запускают свои организации, либо открывают в селах волонтерские отряды. И большой запрос как раз на этот опыт, на ту программу, которую мы проработали. И, конечно, помимо новых знаний, участников форума ждет знакомство с Алтайским краем. Мы очень много говорим про образовалку, это супер важно, но я впервые в вашем регионе, я восхищена природой и даже к своему стыду не знала, извините, что есть Республика Алтай, есть Алтайский край. Это очень много людей. Да, для многих будет откровение. Молодежный форум «Алтай. Территория развития» будет работать в поселке Катунь до 2 июня. Об итогах форума и об интересных проектах мы еще обязательно расскажем. Ирина Корчагина, «День с толком».